Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов провели очередной рейд по взысканию задолженности среди индивидуальных предпринимателей на одном из чебоксарских рынков. Вместо покупателей в торговых рядах представители органов исполнительной власти. Одна из женщин-предпринимателей не выплачивала налоги и обязательные платежи, в результате чего ее долг государству составил более 160 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на реализуемый товар, что заставило хозяйку принять меры по погашению задолженности. Всего в ходе рейда сотрудники управления взыскали почти 230 тысяч рублей по 34 исполнительным производствам. Подобные рейды приставы планируют проводить регулярно.